Шарко начинается здесь. Возле дома художников. Пойдем вверх, и раньше была тропа налево. Поднимемся сначала наверх. Деревья видим, дом художника. Местность пересекает глубокие яры. Все заросло диким виноградом. Здесь даже крапивым поросло. Клены, плодовые деревья, орехи. Народный лаз. Силач разомкнул эти пруты. За забором проглядывает ботанический сад. Мы идем дальше. Вот тут когда-то была лестничка с деревянными ступенями. Оно некогда место сбора собачников. Мы собирались по этой тропке
и деревянные лестнички, несуществующие, шли к ботаническому саду. И шли гулять туда, тут все было расчищено. Не было мусора, не было бревен, можно было взять. Было пространство. Мы видим, выход из горки сделан вот здесь, протоптан. Знаменитая подпорная стена. Вот такая стена. Она длится из дома художников дальше. Горы Мессионного переулка. Тропиночка шла сюда. Тут же вишня, можно было слушать. Заросло это мусором. Обычно вход в ботанический сад через дырку был здесь. Его из года в год прорезали. Часто на новом месте, но чаще всего здесь. Осеннему частному сектору всегда сопутствует запах яблок. Эти сады не стыкуются с новостройками. Сады вырубаются при их возведении. Но запах остается на долгие годы в памяти. Вернемся в хвойные. От таких неказистых растений чертовски классно пахнет. Этот приборочек, он очень древний. Он старше меня.
А вот тут замуровали вход к роднику. Мы возвращаемся к местам, где была расположена Звердецкая крепость. Путь лежит туда, к верхней части Сиренгария и окончанию Хвойных. Вот здесь я зимой в детстве катался на санках. Я пересекал дорожку, съезжал вниз, а потом еще вниз и почти к Вырубецкому монастырю. Пожалуй, нигде больше в Киеве не встретишь таких могучих лип. Стволы, подобно дубовым, растут множество из общего корня. Кузнечики. В траве сидел кузнечик, чилийский контрразведчик. Камера сейчас направлена на крота, но его не видно. Буки. Буковая роща. Если мне не изменяет память. Тут живет белка. Войны соседствуют с высоченными акациями, большими стручками, это особые акации. А там ореховая роща, причем есть тут и горький орех несъедобный и съедобный, но чуть дальше. Давайте посмотрим на стручки этой чудо-акации. Вот такие стручки. Вот. Моя рука. Это еще маленькие. Я не могу подобраться сюда, где большие. Вот они такие. Там не фунт изюма. И сами листья этой акации, они более жесткие, чем обычный и крупнее. А еще на ней нет колючек. Все последние размышления навело меня на мысль, что может быть это вовсе не акация, и ботаники, которые смотрят этот фильм, смеются, порицая мое невежество в ботаническом плане. Вот такая липа стоит. Она тут долго стоит. Отдельно растущий куст травы. Оригинал и мизантроп. До следующей весны. Вот, а это уже точно акация. Она огромная и с огромными стрючками. Давайте посмотрим на них. Бутылки для человеческой жизнедеятельности. Вот такие. А это опять это. Надпись свидетельствует. Гледичие обыкновенное.
Не счесть, сколько раз я поднимался на этот пригорок. Сотни или тысячи. Почему в еловом лесу темно? Потому что это темное дерево. Еловые ветки бросали на Руси по дороге покойника на похоронах. Еловые венки используют до сих пор. Ель считалась на Руси деревом смерти. На самом деле, зайдешь в такой ельник и обретешь погибель. Тут снова начинается земляной вал. Сошел с тропы чуть ниже, сошел с дорожки чуть ниже, чтобы специально проследить этот вал. Он идет террасами. Одна, вторая, вот третья уже более пологая и склоны оползли. Вот. Мировая липа, она стоит внизу, на следующем ярусе. Вот. Вал вот по границе дороги, он уходит вниз. Пойдем дальше. То я обернулся, и попутно вал начинается и с другой стороны дороги. То есть вот один вал, заросли можжевельника, дорога. И далее опять идет терраса. Мы можем не полюбоваться на заросли хвойных. Особенно хорошо тут зимой. Очень красиво и свежо. Снег хорош с хвоей. Хвоя сочетается со снегом. Зелень сочетается с белым. Под большой крутизной склон уходит вниз. Из него растут высоченные ели. Справа от них нашел себе приют дуб. Он похож на гриб, боровик крепкий. Приземистый, рукастый хозяйственник. Куда же делись все пауки и крестовики? Их были полчища. Не полчища. Жили тут пауки. Вот этот дуб. Велик и могуч. Он поднялся до туч.
дупло, судя по всему. Белочка прятала тут орехи. Терраса сиреневого сада. Осень, сиреневый цветок. Глубокомысленное наблюдение. Весной тут куча народа. Цветущей сирени снимать голуби невозможно. Служебный корпус. Тут слон выходит в Селенгарий. Виднеются синие купола Вырубецкого монастыря. Они синие, если не ошибаюсь, с 19 века. Далее идет дорога к центру ботанического сада. Вот там, где павильон пепси-колы, там был разворот трамвая. Конечно, трамвайная остановка еще в 1919 году. Затем другое отрогу укреплений сохранился вот здесь, возле служебного корпуса. Вот, мы заходили с другой стороны, от стороны Розария сюда. Вот тут осталось такое возвышение. Вал этот идет налево и направо. Вот теплица, которую я снимал с другой стороны. А вот идет вал. И он продолжается туда, в сторону хвойных, и сворачивает к Розарию. И формирует одну из границ Розария. Вот как лиственница называется по-научному. А я-то думал. А вон оно как. Нет, лиственница все же красивее и проще. А вот это тис плодово-ягодный. Нет, это новый заборчик. А вот дом старый. А вот место разворота трамвая. Отсюда одна дорога идет вниз к Селенгарию, а другая к Ионовскому монастырю. Вниз было очень здорово съезжать на санках и до самых выдубов. Всегда мечтал прокатиться в ботсаду на велосипеде, но когда я был маленький, я тут катался на велосипеде «Зайка», а потом уже подростком однажды через дырку проник и катался на Минске. Но оказалось, что кататься по улицам интереснее. Это надо будет возможно. Ну и вот я ехал на санках вот так вниз на огромной скорости до того поворота.
А там переваливал через такой небольшой перешеечек и ехал дальше. Весной тут толпы народу ходят. Сейчас хоть спокойно. Людям не нравится просто смотреть. Надо смотреть на цветущую сирень, потому что все смотрят. Вот старый дом, да. Старая застройка. Осталась довоенная. На самом краю склона можно видеть приютившуюся старую колокольню, потому что перед ней построили новую, а вот стоит старая, она такая же, как и новая. Тут слева находились клети, в которых стояли разные сельскохозяйственные машины, мотороллер «Муравей», газонокосилка, страшная машина. Фонтанчик из него едва сочится вода. Вот тут я переваливал на санках. Ехал дальше с пригорка. Вот этот пригорок, вот так, и вниз на большой скорости, и потом туда, а там поворот к выдубам. А сейчас чертовски здорово пахнет осенними яблоками. Некогда корпус ботанического сада. Тут трудились ботаники. А на первом этаже была столовая, где продавали вкусные слойки и пирожные язычок за 15 копеек. Это было в советское время, в начале 80-х. Вот уж не знал, что оно станет заброшкой. А на его крыше будет расти трава. Выбитые окна. Закрытый вход. Здесь уже никто не работает, никто не живет. Бьют колокола. Похоронная песня. Вот там раньше был древняя стена. Там раньше была древняя стена, древний погреб. Старые кирпичи смотрели наружу. А теперь там, судя по надписи, трапезная, может быть, я ошибаюсь. А был погреб, где стояли тракторы, пахло мазутом. Свернул и пойдем по тропинке вниз. По преданию, монах Иона, который основал Ионинский монастырь, вот в этом месте увидел Божью Матерь. Она ему явилась и сказала, вот, мол, там, в том месте, наверху, надо построить церковь. И на этом месте поставили памятный крест. Давайте спустимся по тропинке. Впрочем, здорово пахнет разными травами. Таблички
налево и направо говорят мне, как они называются, но я их не читаю. Все равно латинские названия мне ничего не говорят. О. Семейство розовых. Таволга, Бумальда, Голдфлейм. Всюду растут райские яблочки. Маленькие и иногда сладкие для них. Целый райский сад из райских яблочек. Но они еще не поспели, за исключением некоторых. Я люблю снимать жуков, особенно таких простых, как этот. Поспевшие райские яблоки, которые упали, скатились вниз по склону. Это не камеры мелко, а яблочки мелкие. И на дороге тоже эти яблоки. Дары осени. Здесь стоит крест по преданию монаху Ионе. Было явление Божьей Матери, которая ему приказала строить на холме церковь, Ионинский монастырь. Так вот, вот эта тропинка рядом, она древняя. А почему? А потому что она плавно переходила в не менее древнюю лестницу, вход, на который сейчас забросали мусором. Вот эта лестница продолжается там. Она заросла вся, там устроили свалку, и она идет вот туда, вот прослеживается эта тропка между рядами деревьев. К сожалению, я туда пробраться не смогу, хотя и намеревался. Еще лет 5 назад тут можно было пройти. Круче над Выдубицким монастырем, туда я решил зайти в следующий раз. Сейчас темнеет, условия съемки уже не те. Лес кто-то, работники ботсада проредили. Буков стало меньше. Вот там, в глубине, можно встретить группы медитирующих людей. Склоны такие древние, что кажется, что истории пропитан воздух, несмотря ни на что. Прогулку я хочу, подобравшись к обрыву. Этот обрыв смотрит в сторону железнодорожного моста. Отсюда я катался здесь на роликовых коньках и на скейте. Там в низине за асфальтом росли ландыши. Целый склон был покрыт ими. Дорога направо приводит нас к холму, на котором стоит Ионинский монастырь. Ионинская церковь. Ну и вот тут склон помалу идет вниз. Тут был кустарник, я уже не помню. Вот тут где пустое место. Тут росли кусты, по-моему, чего-то съедобного. Потому что я в эти кусты тормозил на роликах, чтобы остановиться. Вот остались пеньки от них. Помешали кусты, кому-то показалось, что тут нужно больше места. Вот такие довольно могучие кустарники. Если вот второй ряд этих пеньков, увы. И все вырубили, главное. Ни одного кустика не оставили. Вот и он, искомый обрыв.
Вырубицкое озеро, внизу железнодорожный мост, за ним улица Промышленная, район Теличка, бывший хутор Теличка. Виднеются кварталы новостроек. Я могу масштабировать изображение, но не буду. Мне не нравятся эти кварталы. Когда-то на Вырубском озере был пляж. И невероятно круче. Высота охренительная. В былое время с этой терраски можно было спуститься ниже, но сейчас заросло кустарником и загажено. Цикорий засыпает. Открыл глаза, звездный цветок. Порыжела, побурела сосна.